Наконец-то долгожданный отдых после 3 месяцев работы. Никуда не надо. Можно спать сколько хочешь. Но нет, не дадут же мне отдохнуть. Надо работать. Поеду сейчас разгребать один объект, одну квартиру. Там много мусора, надо делать ремонт. Сейчас, наверное, какой-то месяцок, если не больше, надеюсь, не больше, застряну там в ремонте. 5-й этаж. Будет весело нам с вами. Разбор мусора. Кухню буду, наверное, менять. Ванная, слава богу, там нормальная. Красить все потолки, какие-то стены. В общем, не переключайтесь, будет интересно. Эти 5-е этажи. Уже который раз ремонты на 5-х этажах. Такая вот квартирка тут. Жила бабуля тут. Курила. Все задымило. Телевизор тут разбитый. Диваны тут. Холодильники. Я уже начал разбирать. Балкон тут. Мусор. Да, еще окна старые. Уже заказал окна. 350 евро. Да, мы уже сколько кульков я отнес уже. Тут тоже кухня такая вся. Полностью забитая, захламлена. Ну, на скорую руку быстро тут съезжали. Всю кухню буду выкидывать, буду менять новую. Так, запомните меня таким, какой я есть, волосатым. Пойду подстригусь наконец-то. 2 месяца не стригся. Ну все, вот я и подстригся. Вашему вниманию. Оказывается, тут ценники такие уже. 13 евро с меня взяли. Ну, это город Олайне. Ну, я думаю, кто Олайне знает уже, наверное, что тут 13 евро стоит. У меня, мне кажется, в Вилгаве еще 9 евро стрижка стоила перед отъездом. Это было в конце года. Ну, я в следующий раз, когда пойду, узнаю. Я вам потом расскажу, сколько стоит в Вилгаве стрижка. Да, так что Олайне 13 евро. Ну, ничего, нормально вроде. Все, сейчас пойду покушаю и дальше пойду квартиру там разбирать. Барахло, мусор весь. Да, так, один диван надо будет ломать, надо выкидывать. Но это тоже надо будет. Я его на Фейсбуке поставил, отдам бесплатно. Может, кому-нибудь на какую-нибудь дачу. Ну, такой грязненький, конечно, его почистить бы. Или разобрать его полностью по частям. Просто 5-й этаж, блин, так лень тащить его. Да, окошечко. Окошечко, окошечко. Где-то 2,20 на 2,30. Вместе с дверью. Да, уже заказал. Должны скоро приехать, ну, померить точные размеры. 350, ну, с простым по стеклопакетом, с двойным. Если с тройным, то там он сказал, где-то, может, 50 евро, чуть подороже. Такой тут... Весы тут такие древние нашел. А что, можно, в принципе, отмыть и использовать где-нибудь. Всякие тут древние. Что вы там вот тут видели? Это или это не здесь было? Был где-то Чебурашка. А, да, вот он, Чебурашка. Чебурашка с Геной. Из металла. Так смотришь, вроде жалко. Блин, да и куда это все ставить? Металл. Может, какой-то раритет. Я его поставлю на подоконник. Пускай он мне пока тут стоит. Если вдруг кто-то
увидит это видео и скажет, что это какой-то раритет дорогой, тогда я его оставлю, этого чебурашку с Геной. Да, что тут еще за бардак у нас остался? Блин, все обои. Такая хорошая квартирка была, я помню, давным-давно. Все закуренное, все запах такой здесь, когда зашли. Сейчас немножко уже получше стало, я немножко на проветривание поставил. Плюс вынесли паласы, там много всякого барахла вынесли уже. Ну да, здесь стеклопакет какой-то более-менее стоит. Его немножко помыть надо будет, какая-то жалюзи тут одна. Вторую бы такую поставить, я так понимаю, здесь западный. Западная сторона, наверное, здесь. Да, эту газовую плиту выкинем, стиралку тоже выкинем. Стиралку надо будет какую-то новенькую. Или какую-нибудь полуновую, или новую стиралку купим. Здесь, я думаю, мы сверху поставим такую двухкомфорочную. Наверное, газовую все-таки поставлю. А может быть, электрическую. Там посмотрим. Че, чайничек хороший, можно будет его отмыть. В принципе, неплохой. Ну, плиточку отмоем. Вытяжку, наверное, выкинем. А, тут были занавески, наверное, они улетели куда-то. Что там одно крепление есть, а тут крепления нет. О, клапан, вытяжка. Я понял, что это за проект. Здесь же был какой-то шкаф, наверное. Что вот эта вытяжка осталась. Тут вот этот вот клапан. Он непонятно, может быть, он закрытый там. Надо будет потом посмотреть. Холодильник тут такой тоже весь пожелтевший. Непонятно от чего, от солнца он пожелтел или от сигарет. Ну да, тут придется на марафет. Ева говорит, дверь эту убрать, выкинуть. Посмотрим. Можно будет, в принципе, выкинуть ее. Просто оставить проход без двери, потому что она тут лишняя, эта дверь. Да, ванная комната там. Вроде более-менее. Да, ванная тут отремонтированная была. Что за звуки? Главное, прикол. С подсветкой. Классная штучка. Да, тут надо будет полочку подмарафетить. Что-то тут крепления как-то сломанные. Эта полка какая-то тут, мне кажется, вздулась. Или можно просто хотя бы этот заменить. Крепление более-менее. Тут, смотрю, нормальные. Ну и покрасить потолок. Да, плитку отмыть, потолок покрасить, шторку заменить, свет. Свет какой-то посерьезнее поставить, помощнее просто. Намного, чтобы в ванной всегда должно быть светло. Слушай, а где тут зубы чистить? Тут никакой ни этой самой нету. Да, тут надо какую-то полочку. Я бы хотел бы здесь полочку какую-то, чтобы прийти и зубы почистить. С утреца. Да, зеркало здесь есть. А, точно, что-то тут не хватает. Блин, угол тут такой ободранный. Кошаки тут какие-то драли. Надо будет. Ну да, плинтуса, конечно, не хотелось бы трогать. Тогда тут такое бомбилово начнется. Надо немножко зарефрешить. Все, демонтирую я эту плиту газовую. Надо сейчас отключиться тут все. Газовые счетчики уже перекрыл. Фу. В общем, добрался я до кухни. Барахлишко все повыкидывал в основном. Сейчас надо будет это дело отрубить. Это дело отрубить. Все на вынос.
понеслась. Так, надо инструмент принести. Сейчас мы газовую шланг отрубим. Как тут в Латвии говорят, чикунвис. Так, надо какой-то, наверное, изолентой залепить на всякий случай, чтобы что-то не попало туда, грязька какая-то. Где-то тут был бумажный скотч. Остался тут. Да, как говорится, глаза боятся, руки делают. Все, отремонтируем тут. Самое страшное то, что тут было так всякое непонятное. Кажется, как будто, не знаю, какие-то покрывала старые. Там кошка тут тоже была. Все в шерсти в этой. Так. Электричество отрубаем. Так, высохшая розочка. Вот оно, когда много лет стоит, грязь эта вся, фуй. Смотрите, как вот все тут текет, вот этот ужасник. Хотя бы, ну не знаю, раз в пару лет можно вытаскивать и промывать, а если не промывать, то тут это вся сало, жир, это вся еда, остатки, все капает. Это ужасник. Ничего. Все это выкинется. И будет чистенькая, прекрасная кухонка. Все помоется. Никому газовая плита не нужна. Фу, ее, блин, даже не хочется трогать, блин. Надо будет в интернете посмотреть, почем газовая плита двухкомфорочная. Так, это можно сразу демонтировать. Ты не против на Ютубе быть? Или тебя выключать? А чего мне? Да, все, вопросов больше не имеем. Так, хорошо. Тогда. На второй. Hey, swing those hips
Камеры перекручивать назад. Два да, таких. Да. Я так и знал, что я забуду вот эту цифру. Да, 3,80. Ну, 3,83. Это спальня. Все, это я сохраню. 3,80 на 4,80. Ну, сейчас мы калькулируем. Квадратным. 3,80 на 4,80. Ну, 18,3 примерно. 18,3 квадратных метра. Если какой-нибудь не очень дорогой найти, почем сейчас ламинат какой-нибудь бюджетно нормальный? Без понятия. Надо будет посмотреть. Ну, да. Ну, если десятка квадратный метр или дороже? Что-то недорогое. Не знаю, в Инге спроси, вот они покупали. А, они сейчас тут же покупали в деревне, да? Да. Они там что-то тоже такое, вроде нормальные достали. Главное основание, чтобы ровное было. Любой более-менее ламинат будет нормальный. Не, ну тут как будто, видишь, если уже положили, значит что-то тут добавить. Ты не хочешь амортизатор наверх, хотя это вообще не трогать? Скрипит. Как? Скрипит он. Я хочу посмотреть, что снизу, исправить это скрепление. Вот в чем я думаю. Ты думаешь, просто сверху? Ну это опять, блин. Блин, вот эти плинтуса надо будет... А, ну тут плинтуса, они даже не парились вообще, ну, эти тут, старые, только тут новые. Пластмассовые. И там пластмассовые, ну как бы они бы еще выжили бы, когда я их буду разбирать. Вот и подошел к концу первый день ремонта. Да, предстоит очень много работы. Будет очень интересно, я думаю, вам посмотреть, как и дальше мы разбираем тут разное барахло, ломаем диваны, строим новую кухню, красим. Может быть, даже ламинат, наверное, будет новый. Ну, посмотрим, что скажет мой главный дизайнер. Все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Спасибо. Всем пока. Заметил тут такую плиту. Однокомфорочная. Вообще, в принципе, недорого. 59 евро. Или двухкомфорочная. Индукционка. 155. А что, поставить ее просто сверху, кому надо. Зато можно убрать, почистить столешницу. Ставить обратно и не паришься. Неплохое решение, в принципе.